Килл, 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 это босс, ребятки, вы посмотрите, какой здоровый скелет. Ну посмотрим, кто кого победит. Да, добро пожаловать в игрушку Monsters War, с вами канал Дариди, это Первый взгляд. Ну что ж, мы начинаем, довольно-таки забавная игрушка, наподобие клон армии. В общем, на нас будут нападать, а мы будем отбиваться, такая полупиксельная игрушка, довольно-таки яркая. Ну погнали, мы должны будем защитить нашу крепость и напасть на вражескую. Вот, мы быстро, в принципе, свергли. И можем посмотреть видеоролик, видимо, нам дадут больше монеток. Так, забрали мы монетки. Кликаем, можно за 100 баксов его улучшить, да? Вот показатели ХП, дамаг и хит. Давайте прокачаем. Так, дамаг увеличивается, можно еще раз прокачать. ХПшка тоже растет, 1650, можно посмотреть, это третий левел уже. Дамаг 165, будет 173. А, неплохо, давайте еще разок, давайте до 5 уровня прокачаем. Пока что до 5 прокачали. А, и в пути, я так полагаю, сколько у нас ячеек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ячеек. То есть мы будем максимум 8 с собой таскать различных. Слушай, ну мне нравится рисовка, стилистика очень прикольная. И вот он, главный олень, который здесь охраняет нашу крепость. Вот он, лучник, да, он еще отстреливается. Мы как бы за природу, да? Мы за природу. И стараемся наказать нежить, избавиться от нее. Вверху слева у нас такое вот мясо, за которое мы, собственно говоря, и нанимаем наших воинов. Если я откажусь, я всего лишь 700 получу, да? Новый юнит у меня. Можем тоже его прокачать, в принципе, до 5 уровня. Давайте посильнее, чтобы был до 5 уровня. А потом, наверное, у него будет вторая эволюция, да? На определенном уровне будет вторая эволюция, он видоизменится. Что у нас здесь такое? Можем разок покрутить. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Давай, 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 давай. 2000 монеток, отлично. Вот. В следующий раз, если мы хотим еще раз покрутить, нужно рекламку посмотреть. Так, ну понятно. Идем дальше. Левел 3. Посмотрим. Следующие соперники. Давайте за 20 выберем. 15 просто не хватает. Копьем. Слушай, неплохо он копьем бьет. Неплохо. Нормально. Хороший, слушай, он мне нравится. Надо больше различных юнитов. Я хочу на максимум развить. Если вам игра зайдет, ребятки, будем чаще в нее играть. Мне нравится, слушай, довольно-таки прикольная. Нравятся подобные игры. Надеюсь, будем чаще играть. Подарок, кстати, подарок мы можем за рекламку, видимо, да? О-о-о, новый лучник нам дадут. Так, смотрим, что в подарке. 25 алмазов, видимо, нам пригодятся потом. А тут есть русский? Нету русского перевода, было бы здорово. Так, это что такое? Угу, тут можем сундуки открывать, да? Если мы 150 алмазов накопим, можем простой открыть. Если 500, то какой-то эпический можем открыть. Так, также тут можно воинов, смотрите. Брать, нанимать, либо же золото покупать. Понятно. А тут за настоящие рубли можно это все дело купить. Так, через 13 минут можно мы опять повращать. Давайте попробуем нашего мышонка улучшить еще до 10-го. Попробуем уровня прокачать, мне интересно. Ну слушай, нужен наверное, уровень 20-й, наверное, или даже 25-й, чтобы эволюционировать. Но мы будем пока что дальше. А, я могу усилители какие-то брать. Взяли топор, теперь, видимо, мы будем сильнее. Да, он усиливает, они быстрее. Они быстрее, сильнее становятся. Смотри, как дамажит неплохо. Офигенно. Нужно больше юнитов. Вот это я не знаю, что такое, какая-то какашка. Почему какашка? Я не понимаю. Что мы копим? Что вот это такое вверху слева, я не знаю, ребят. Какие-то проценты. Не будем пока что. А вот вверху видно, это первая глава, ребятки, и тут мы можем золото уже, видимо, взять, да? Если дойдем до конца, то сможем сундук открыть. Ну, идем дальше, что могу сказать. Бонусов у меня нет никаких пока что. Может, потом какая-то карта появится, было бы прикольно. Так, 20-ку накопим.
Также, я думаю, нужно будет нам развивать башню. Смотри, как их много. Посмотрите, как их много идут. Это довольно-таки сильные, ребят. Их очень много. Надеюсь, я отобьюсь. Мы скоро что-то накопим. Слушай, может, специально сделано так, нет? Пока что нет. Начинаем атаковать. 46 все накопили. Чего-то там, не знаю. О, X2. Давайте рекламку посмотрим. Мы 3600 получим, да? Почти 3900. И... Подарок давайте откроем. Посмотрим, что там такое. Новый юнит какой-то. Офигеть. Офигеть. Посмотрите, какой он большой. Давайте его испытаем пока что. А потом я хочу его прокачать немножко. Тоже, может, до 10-го. 30 стоит. Так, ну он пошел. Пока что не будем никого выпускать. Я хочу посмотреть, как он справится. Первого уровня. О, по площади бьет. Смотрите, как круто. Бам. Так, ну ему нужна поддержка. Сейчас мы его прокачаем еще. Тогда вообще будет просто имбовый. Такой танчик просто большой. Слушай, ну прикольно, он мне нравится. Хороший юнит. Мы сейчас легко справимся. Надо еще прокачать, чтобы еда быстрее добывалась, и ее было больше. Было бы здорово. Ну, отбиваемся. Ну, в смысле, это... Хорошо получается нападать. За 7-й день, смотрите, мы какого героя получим. Если будем каждый день заходить. Ну, давайте, я не знаю, попробуем, типа. На 3-й день получим нового какого-то Мурлока. Потом на 6-й день героя получим. И на 7-й день тоже. То есть можем, по сути, получить всех героев, если будем каждый день заходить. Так, прикольно. О, можем прокачивать теперь. За 2500 хп будет 6000 вместо 5. Дамаг 180. А, еды будет... Было 25, останется 30, да? Прикольно. Я думаю, стоит прокачать. А следующая скорость еды будет быстрее увеличиваться у нас. Давайте прокачаем, слушай, тебя, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот 10. До десяточки прокачали. И вот тебя тоже бы прокачать. Давайте до десяточки прокачаем. Даже больше. Давайте до 15 прокачаем его. Вообще хотелось бы до эволюции докачать и посмотреть, что будет. Пока что идем дальше. Пока мне все нравится. Теперь можем базу качать. Да, можем сразу его выпустить, так как у нас с 30 еды начинается. Бам. Так, поддержка ему. Уж нифига себе, неплохо он дамажит уже. То есть я думаю, я буду сразу его выпускать, как танчик. Он на себя, в себя будет впитывать урон. А потом остальных будем выпускать. Хочется новых юнитов уже посмотреть. И начинаем бить замок противника. Отлично. Давайте умножим. Так, у меня 8000. Ну, попробуем прокачать, я не знаю. Я хочу до эволюции его докачать. Хватит? Должно хватить. И эволюция. Ну-ка, смотрите. Он видоизменился, да? И теперь заново мы его качаем. Но у него уже, видите, со скольки. Денег-то так же, ну, то есть, мы мало уже тратим. Но, видимо, хп больше у него уже. Давайте, типа, до десяточки прокачаем. Уже прикольно. Мы идем дальше. О, мышка какая-то, смотрите. Она нам помогает, типа. Мы должны отбиться. Слушай, ну их очень много. Нам нужны новые воины. Нам срочно нужны новые воины. Надо здание бы прокачать наше. Было бы супер. Было бы супер-супер круто.
Бабам, нифига себе, сколько урона наносим. Отлично. Мы сделали это. Нам дали мышонка, ребят. Новый юнит теперь у нас, ребятки, мышонок. Отлично. Давайте его прокачаем также, наверное, до десяточки. Отлично. Вот, у нас целый состав, смотрите. А максимум 22, да, тут будет со временем. Тут пока ничего не будем брать. 5000 нужно для прокачки здания. Я бы прокачал бы на скорость, было бы здорово. Но пока что идем дальше. Мышонок 10 стоит всего лишь. Да, пробуй мышонка. Пускай сзади мышонок идет. Это типа мы по дороге подбираем героев. 181. Ну, мышонок слабенький, зато он дешевый. Слабенький, дешевый мышонок. Он сдалека будет стрелять. Давайте, типа, ну, тупо наспамим мышат. Они будут прикрывать. Да, они по чуть-чуть дамажат, но они издалека дамажат. Это круто. Это большое преимущество. Можно прокачивать их, в принципе. Так, нормально. Еще один пошел. Ой, что такое было непонятное? Ну все, они уже ничего не сделают. Свергнем, просто их всех свергнем. Отлично. А, если вот эти накопятся, то Армагеддон, да, начинается, понятно. Ой, финалочка, да, это первая глава, мы сейчас пройдем уже первую главу. Ну погнали. Можно типа мяса больше, но пока что бонусы поэкономим, я думаю. Так, идет здоровяк. Килл, это босс, ребятки, вы посмотрите, какой здоровый скелет. Ну посмотрим, кто кого победит. Он сильный, смотрите, как дамажит. 1200 дамага, офигеть. Я боюсь, что я проиграю, ребята. Надо на здоровяка накопить еще. Копим 30-очку, ребят, на здоровяка. Пошел здоровяк. Почти победили, давай. Слушай, это прикольно. Боссы прикольные, мне нравятся. Так, ну все, сейчас будет попроще. Мы победили уже этого здоровяка-скелета. Так, начинаем главное здание бить. Нам интересно, кого-нибудь дадут еще? Давай умножим. Так, сундук. Новый нам достался, ребятки. Смотрите, офигительно. Так, это 10 уровня. Через 30 секунд мы уже можем повращать. Давайте его, наверное, тоже прокачаем. Он классный. Не знаю, до 10-очки хотя бы. И здание тоже прокачаем. Все. Теперь ждем 15 секунд. Просто щелчком делаем вот так. Все-таки теперь можем повращать еще один разок. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Так. А, 1700 всего лишь. Нормально, стоит вращать. Прикольно. Давайте дойдем до вот этого вот алмазика. И потом уже начнем следующую серию. Потому что там будет новый босс. Сохраним интригу. Так, за 25 давайте вот этого возьмем. Мне интересно его потестить. Он 10 уровня. Пока что не будем ему мешать. Сможет ли он выстоять? По 600 дамажит, смотрите. Но он часто дамажит, это прикольно. Можем опять его взять. Давайте. Слушай, он мне нравится. Прикольный. Хороший. У него жизни, правда, поменьше. Здоровяк, конечно, покруче будет. Но этот мне нравится. Какая-то рыба-пиранья. Забавная. Сейчас быстрее мне будет фармиться мясо. О, можем мясо подбирать, оказывается. Классно. Первый раз такое увидел, может быть, не замечал. Пока что однообразное вот это здание. Надеюсь, оно будет меняться. Найс. Смотрим, что нам там выпадает. 25 алмазов. Нормально, я думал, герой какой-нибудь выпадет. Ну, ничего страшного. Я не знаю, но мы... Типа попробуем, давайте. Не хватит, немножечко не хватило.
Хотел до эволюции прокачать. Но пока что идем дальше. Может, там еще кто-нибудь будет? В принципе, у меня сейчас довольно-таки... Огненный какой! Ё-моё! Не, ну у меня он теперь чересчур сильный, смотрите. Я думаю, все равно ему надо помочь. Давайте здоровяка возьмем. Минус один. Бам. Он по площади плюс еще бьет, да, получается? Так, ему нужна помощь. Один-то у меня вообще с эволюцией. Сейчас заработаем, умножим и хочу попробовать рыбку нашу прокачать. Посмотреть, насколько она будет крутая. Так, ну тоже на изи, да, сейчас? Отлично. Сколько мы получим? Умножаем. Так, и прокачиваем дальше. Запомнили, как она выглядит? Запомните, как она выглядит и сколько хп. Так, хп получается 4400. И сейчас эволюция, то есть мы смотрим ролик и будет эволюция. Запомнили, да, его? 4400 и дамага 1045. И прокачивается, прокачивается. Слушай, ну я что-то не замечал, чтобы он видоизменялся. Как он видоизменяется? Я потом на повторе посмотрю. Ну, дамаг также 1045, да, и силок тоже много. Давайте до 10-го, ну до 9-го только получилось прокачать. Слушай, ну прикольно. Идем дальше. Это кто такой говорил? А, это новый, смотрите, какой заяц. Офигеть, он теперь с нами будет, он теперь за нас. Охренительно крутой, смотрите. Еще новый герой с нами, теперь зайка будет. Так, ну его тоже надо прокачать. У него способность какая-то есть. И он разговаривает. По-моему, это самый крутой заяц теперь будет. Надо зайца качать. Теперь будем зайца качать, ребятки. Найс, новый герой. Все, получаем за рекламку, да, тоже его надо получить. Да, ребят, теперь он с нами. Давайте тебя докачаем до 10 уровня. И вот он, зайка. Тоже до 10 будет прокачать. Дамаг, ну дамаг, слушай, 471, а вот у этого дамаг 1200, а жизнь у него 6000. Я думал, когда мы его прокачаем, он будет еще круче. Так, 7500 нам нужно, чтобы здание прокачать. Ну, погнали дальше. Еще два уровня, получается, нам надо сделать. Сколько заяц стоит? Заяц тоже 30-ку стоит. Но он довольно-таки сильный. У него способность, да, какая-то есть? Ребята, держитесь. Ой, бедный зайка, слушай. Вот способность. Он хорош, что у него способность есть. Хотя вот рыба самая сильная получается по дамагу, да? И вот этот вот йети снежный тоже силен. Но вот у зайца есть способность. Это первый герой, у кого есть способность. Это круто. Это делает его крутым. Давай еще зайца возьмем, мне интересно. Так, надо помогать ему. Жизни, да, жизни у него больше, чем у рыбы. Он дольше живет. Отлично. Так, у нас еще, по идее, два воина, да, будут. До 20 прокачать. Скоро у него будет эволюция, слушай. А, не хватит, наверное. Хватило на эволюцию, запомнили, да? А, так, хп 9350, дамага 750, но у него очень много хп, слушай. А у этого 11 тысяч хп. Ну вот у этого больше всего хп, но у него дамага маленький. Это такая золотая середина. Давай эволюционируем. Эволюция, ну-ка. Ну да, он видоизменяется. Да, смотри, какой кровавый стал.
И может даже немножечко прокачать. Ну, давайте, ладно, немножко прокачаем. До третьего уровня. До четвертого. Почти 10 тысяч хп. Но он как Йети уже стал. Так, Йети самый сильный именно по хп. Дамаг слабенький. А у этого дамаг, слушай, 700. Ну, посильнее дамаг у него. У этого самый сильный дамаг. Погнали, последний, ребятки, у нас уровень. На сегодня не хватит. Надеюсь на ваши лайки и комментарии, если хочешь больше серии. No, обязательно будем еще их прокачивать. Ой, завалили, завалили. Что-то больно бьют. Что-то они больно стали бить, слушай. Капец, так, мне нужна тридцаточка. Ребята, проблема, проблема. У нас первые проблемки начались. Да ну нафиг, неужели мы не пройдем? У нас первая самая проблема началась. Охренеть. Я даже не знаю, отобьемся мы или нет. Нужен кто-нибудь сильный. 125, давай, давай, 25, отлично, пошел. Пошел, пошел, он очень сильный. Нормально. Отбиваемся. Смотрите, как мало. У нас первые проблемки начались. Офигеть. Все-таки сначала надо Йети ставить, как танчика. А потом уже и зайцев, и остальных. Что-то заяц не очень эффективно оказался. Но мы отбились, ребят. Мы сделали это. Хоть это было сложно, но мы смогли. Можно умножить награды, давайте. И новый будет у нас... Давайте за рекламку, видимо, тоже, да? Так, ну-ка. 6 тысяч. Офигеть. Так, ну что ж, у нас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь героев, да, получается? А, шесть героев. Еще два будет. Вращать за рекламку, да, можно будет. Первая глава почти пройдена. Так, так, так. Давайте башню улучшим. Будет с 35 начинать фуда. И до новых встреч. Если вам игра понравилась, поддержи лайком. Тогда будет больше серий. Но я пока что прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.